От 12 до 18 лет. Минский городской суд сегодня огласил приговор по делу так называемого координационного совета, в состав которого вошли в том числе Тихановская, Латушка, Мороз, Ковалькова и Дылевский. В 2020-м Тихановская и остальные подозреваемые по делу обосновались в Литве и Польше, где и создали экстремистскую организацию. Всем им были предъявлены обвинения в заговоре с целью захвата власти, создания экстремистского формирования и руководства им. Также фигуранты обвинялись в призывах к санкциям в отношении Беларуси, публичных призывах к захвату власти и других преступлениях экстремистской направленности. Все обвиняемые находятся за пределами Беларуси. Суд проходил в заочном формате. Разжигание социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности. Тихановская, кроме того, инкриминирована измена государству, а Латушка – превышение власти и получение взятки в крупном размере. С учетом представленных стороной государственного обвинения доказательств, суд назначил всем обвиняемым наказание в виде лишения свободы. Тихановская на срок 15 лет со штрафом в размере 800 базовых величин. Латушка на срок 18 лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок 5 лет. Ковальковой, Мороз и Дылевскому на срок 12 лет каждому. В материалах уголовного дела более 200 томов, поэтому прокурору пришлось зачитывать обвинение несколько дней. Приговор в законную силу еще не вступил. У сторон есть время, чтобы его обжаловать и опротестовать.